раз! Еее! Желтый работает! Значит, чтобы нам выпить за Серегин день рождения, нам не обязательно дожидаться тех, кто стоит в пробке, правильно? Пробки огромные, сейчас пока всех дождешься, уже ром высохнет. Поэтому, так, а куда вообще девушки? Ну ладно, и можно. Можно без них, пока что для начала. Серега, с днем рождения тебя, желтый микрофон рулит! Ура! Пока никто не ушел по разным делам, в разные места, мы хотим раздать вам карты. Дима, да, ты хочешь раздать нам карты? Карты двух цветов. Ничего нового, все по-старому. Черная и красная. У кого черная карта, тот делает то, что мы скажем потом. У кого красная, тот тоже делает. В общем, пока просто, мы раздадим карты. Держи, давай, вы берите сами. Не показываем. Не говорите, какая у вас карта. Прячем карты. Даже своему супругу. Никому, ни маме, не пишите в смс-ке, какая у вас карта, никому абсолютно. Главное, Лёля, не говорите вообще. Лёля, не рассказывай. Ты тоже, кстати, должен взять карту. Неважно, какого цвета. Димон, давай, целуйся. Я тоже возьму карту, конечно, я себе возьму. Ой, какого цвета я себе взял карту. Жокер попался, да? Серёг. Ну, ты можешь, конечно, но в конце. Потому что карт всего лишь 36, а гостей придет 90, поэтому тебе может не хватить. Если кто-нибудь задержится в пробке, тебе достанется тоже карта одна. Все, карты у всех есть. Есть карты. Да, не надо было? Сейчас я позвоню, отменю. Все, можно тогда продолжать кушать вот эти вкусные штучки и пить, и поздравлять с серьезным рождением, да? С днем рождения! Микрофон хороший, давай сразу. Я за то, что у меня хороший микрофон, мне придется рассказать, что делать с картами. В общем, сегодня мы будем рассказывать истории о Сереге, если кто-то знает такие Сереги. Повезло тем, кому досталась черная карта, потому что не обязательно знать историю о Сереге, можно ее придумать самому. Если какая-нибудь идея вам пришла уже в голову, хорошо ее разработать. Мы в самом конце будем, правильно, Сережа, я говорю? На протяжении, я думаю, вечера. Да, в течение всего вечера. История у Сережи. Красная карта. Настоящая история. Черная карта. Черная карта – лживая мафия, а красная – это мирный, добрый, честный народ. Если у вас черная карта, придумывайте историю какую-нибудь лживую, можно какую-нибудь такую не очень хорошую, и мы с удовольствием послушаем. Диман, умерла история. Смотри, все, уже нашелся человек. Спасибо, что нашелся человек. Женя сильным мыслям дала просто. Вот. Чтоб сильный не нравится, он решил снять себе груз. Ты готов, да? Я готов. Представь себе, из какой школы ты? Гимназия Иисус пригласили с Лубики Коми. Молодец, ориентировался. Давай, держи, рассказывай какой-нибудь. Я надеюсь, что помню, что гимназия в Коми что-то там. В школе, в гимназии. Нет, мы говорили с Лубики Коми. Этого достаточно, чтобы работать менеджером. Хорошо, слушай. Правдивая у тебя история? Абсолютно правдивая. Сразу понятно. Давай, все, вот. Посмотрите, друзья, что творит заслуженный саксофонист планеты Земля, народный артист Республики Коми, наш уважаемый и самый лучший в мире саксофонист. Трижды заслуженный. Гимназист, спортсмен, комсомол и просто парень в черной кофте Евгений. Слушаем, наслаждаемся. Из бара. Половина тусовки перегистрацировала из бара, ну и понятно, нам вкусные напитки. Друзья, подходите, если у кого-то уже что-то закончилось, самое время наполнить бокалы. История, которая была только что рассказана, правдивая. Раз, рука, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Мне кажется, я несколько раз одну и ту же руку посчитал. Ладно, девять. 9 рук за то, что это правда. Кто считает, что это неправда? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вы же за правду понимали, нет? 6, ладно. 7. Победила... Правда, по-моему? Правда, да. Но это правда только среди тех, кто голосовал сейчас. Давайте, узнаем у нее все-таки. Я, если честно, даже не понял, в чем вопрос. Мне звонили просто. Димон, на самом деле просто проиграешь свои 500 рублей и все. Хорошо, мы хотим узнать правду. А я на что ставил? На правду. На правду. На то, что проиграет, ты ставил.
На то, что проиграли. На гласную, хорошо. Карта черная. Пятихатка! Есть! Все, Диман, 500 рублей положили завтра на счет. Черная карта, значит, история была неправдивая. Я до сих пор не понял, в чем история, честно. I'm gonna make it right.